Гродненская милиция предупреждает о последствиях участия в несанкционированных массовых мероприятиях. Впереди выходные дни. Синоптики ничего хорошего не предвещают. Будет холодная погода. Возможно, выпадение осадков, как заверяют нас специалисты. Тем более и эпидемиологическая обстановка, вы сами знаете, какая. Поэтому мы предлагаем УВД Гродненского облсполкома не посещать массовые мероприятия, особенно те, которые носят оттенок несанкционированных. И мы призываем остаться дома, в кругу семьи, за чашечкой чая с малиновым вареньем. И говорим вам о том, что милиция Гродненщины предпримет все адекватные меры для поддержания правопорядка на Гродненской земле.